150 ветеранов стали участниками фестиваля «Искусство без границ». На сцене пансионата «Тагильский» пенсионеры исполнили любимые песни, показали хореографические композиции, сыграли на русских народных инструментах. Главной целью, наверное, этого фестиваля является объединение вот этих вот комплексных центров, этих клубов, да, где они занимаются. То есть практически год от года у них от фестиваля к фестивалю идет такой подготовительный этап, где они репетируют, где они придумывают новые номера для того, чтобы потом, ну, показать, во-первых, не то чтобы соперничать, а показать свой талант. Конечно же, люди находят себя по интересам, это раз. Люди общаются, потому что во всех этих объединениях, в большей части, люди, ну, одинокие. И, честно говоря, они приходят для того, чтобы пообщаться.